Белая ромашка. Под таким названием стартовал месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 4 субботы подряд до 21 апреля в республиканском противотуберкулезном диспансере все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование. При необходимости можно будет провести консультацию врача-фтизиатра, сообщают в Минздраве Чуваши. Кроме того, в течение ближайшего месяца по Кугесям, Новочебоксарску и Чебоксарам, включая Заволжье, будет работать передвижная установка. Ее график можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения нашей республики.